всегда мой сладко. Режим Лукашенко в Белоруссии активно использует средства информационно-психологического воздействия против протестующих. Это станция ЗС-82. Она способна осуществлять звуковое воздействие на расстоянии до 6 километров и имитировать прохождение колонн тяжелой техники, перелет вертолетов, взрывы, выстрелы вооружений разных видов и любые другие звуковые имитации, которые способны ввести противника в заблуждение или спровоцировать панику среди людей. Обычно звуковые имитации проводятся ночью, когда ограничена возможность визуального контакта. Днем такие средства могут использовать для военной пропаганды, транслировать тексты или песни, которые должны вызывать определенные эмоции. Известно, что такие станции находятся на вооружении подразделений информационно-психологических операций Российской Федерации и также использовались россиянами на Донбассе в войне против Украины. В частности, с их помощью российская армия имитировала в ночное время перемещение колонн бронетехники и танков по определенным маршрутам, чтобы запутать местных жителей и разведку, которая передавала информацию украинской армии. Подробнее читайте в материалах на сайте Информ Напалм.